герой социалистического труда Бутырина Ольга Николаевна Звеньевая. Родилась в 1916 году в селе Драгунское Стрелецкого сельсовета, теперь Яковлевского района, в крестьянской семье. Всего полтора года ходила в начальную школу. Рано приобщилась к труду, сначала в родительском хозяйстве, затем по найму у зажиточных крестьян. После освобождения района от гитлеровских оккупантов работала полеводом Ленинского отделения свеклосеменоводческого совхоза «Дмитро-Тарановский». В 1944 году она возглавила полеводческое звено, а потом в хозяйстве образовалось еще несколько полеводческих звеньев, между которыми развернулось социалистическое соревнование за качественное и своевременное проведение полевых работ, лучшее использование семян и удобрений, за получение высоких урожаев зерновых культур, свеклосемян и маточной свеклы. Звено Ольги Николаевны Бутыриной, в котором работала она со своими сестрами Еленой и Прасковьей, почти всегда выходило победителем в трудовом соревновании. Особенно удачным для земледельцев совхоза выдался 1947 год. Тогда Бутырина получила с каждого гектара закрепленной площади по 36,5 центнера ржи. На ту пору это был рекордный показатель не только для района, но и на всю Курскую область. В мае 1948 года Ольга Николаевна удостоилась высокого звания Героя социалистического труда. Орденами и медалями был отмечен труд всех членов звеньев. Сохранились подшивки районной газеты «Знамя» за 50-е и 70-е годы, где можно найти материалы об опыте работы коллектива Бутыриной. Она стала мудрой наставницей для многих молодых свекловодов, сочетала производственную работу с общественной, неоднократно избиралась в состав райкома КПСС, депутатом постсовета, членом парткома и правкома совхоза. Умерла Ольга Николаевна Бутырина 10 февраля 1974 года.